Давайте сейчас я скажу фразу, которая заставит вас задуматься. Общепринятое и широко распространенное утверждение о том, что мед – это самая лучшая пища для пчел, а все остальное хуже для них, неверно. Мед – это не лучшая пища для пчел. Это озадачило кого-то из вас? Да, но это правда. Лучшая пища для пчел – это свежий нектар. Но почему? Почему свежий нектар лучше для пчел, чем мед? Если вы изучите химические процессы, происходящие тогда, когда поступает свежий нектар, и что пчелы делают, чтобы превратить его в мед, это даст вам некое понимание, почему, и, как ни странно, это может поменять вашу позицию относительно подкормки, поскольку подобные химические процессы происходят также во время подкормки.